Игнорирующих знак движения грузовых автомобилей запрещено немало. Буквально за минуту на перекрестке проспекта Юбилейной и улиц Строителей и Трактовой мимо запрещающего знака проезжает сразу три больших груза. Хотя указатель четко показывает, что грузовикам на городских улицах не место. Проверить и наказать нарушителей правил дорожного движения сотрудниками ГИБДД отправилась и наша съемочная группа. Летом активно идет строительство не только в частном секторе, но и в городе. Поэтому встретить КАМАЗ с песком или бетономешалку на улице Нефтекамска несложно. Водитель первого остановленного автомобиля получил штраф. Мужчина в свое оправдание сослался на то, что его отправил хозяин, а про пропуск он и не слышал. На территории города Нефтекамска движение грузового транспорта запрещено. С разрешенной массой более 3,5 тонн. Также для самоходных машин и тракторов. За данное нарушение предусмотрен штраф в сумме 500 рублей. Чтобы передвижение по городу было законным, владельцам большегрузного транспорта необходимо иметь пропуск. Этот документ с разрешенным маршрутом движения по городским улицам выдается в отделе капитального строительства и благоустройства администрации. Он выдается на сутки, месяц или квартал, причем последние два согласуются еще и с госавтоинспекцией. Вот печать, с нами согласовано. Видишь? Вот и нормальный законный пропуск. В ходе проверки остальные водители больших грузов показали инспектору необходимые документы. Стоит отметить, что запрет не распространяется на обслуживающие население и предприятия транспорт. Лилия Ахметова, Кирилл Попов. Информационная программа «Ежедневник».